В Тамбове наступил месяц безопасности. Все это время сотрудники ГИБДД будут находиться в рейдах по областному центру и усиленно проверять автомобилистов. Ведь их главная задача – не дать увеличиться цифрам в статистике ДТП. Здравствуйте, инспектор ДПС, если к нам полиция, Антон. Документы, возможно, водитель есть. Проверить документы и понять, не находится ли водитель в наркотическом или алкогольном опьянении. Стандартная, но оттого не теряющая своей важности процедура для инспектора, которая порой помогает выявить нарушителей и избежать плачевных последствий. Если водитель имеет признаки опьянения, проводим освидетельство на месте. Если не согласен, соответственно, медицинскому учреждению. По словам инспектора, к подобным проверкам люди относятся с пониманием. В диалоге идут навстречу, ведь они тоже заинтересованы, чтобы на дороге было меньше нарушителей. Главное – самим не забывать о простых правилах. Если водитель не хочет проблем с законом, при себе он всегда должен иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховой полис. Ну и, конечно же, он всегда должен быть трезвым. Володь, у нас все же в порядке? Конечно. Тогда поехали? Да, только не забудь пристегнуть ремень. Олег Рожков, Николай Иванов, Александр Щеднов. Область новостей.